Пятилетие компании – это повод отметить круглую дату с большим размахом. В случае с танцевальным клубом «Голоденс Риверсайд» праздник в широком кругу оказался по-семейному душевным, с приятными воспоминаниями о том, как все начиналось. Я решил открыть клуб в родном городе, потому что мы открываем новый мир людям, да, чтобы люди танцевали, наслаждались, общались. Поэтому была идея как раз-таки открыть его здесь, в Челябинске. В Голоденсе занимаюсь со дня его открытия. Если говорить о моем мастерстве, то оно возросло многократно. Практически с нуля, ну, наверное, до плюс 3-4. С обретением названия «Голоденс» клуб получил шарм, некий лоск. Но это даже не то, что семья, это танцевальный мир. Огромный мир, который затягивает людей, люди открываются по-новому, каждый находит что-то свое в танце, и поэтому для них это некая новая стезя в жизни, потому что взрослые люди, которые многого достигли, они приходят и с нуля начинают делать еще какое-то движение в жизни, и у них у кого-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но они получают колоссальное количество эмоций, радости, поэтому они ходят все больше и больше, танцуют и наслаждаются. У каждого из гостей вечера, студентов и преподавателей, есть своя история знакомства с клубом. Я прекрасно помню, тогда был очень сильный снег, а в тот день, когда непосредственно было само открытие. Открытие для меня было прям грандиозное. К нам приезжал Малахов, открывал наш клуб. Это за отдельно. Очень было интересно и очень много впечатлений я получил от первого дня своей работы. Я изначально не работал нигде преподавателем. Вначале я сомневался, но потом решил все-таки попробовать, мне это понравилось. Я в это влился, мне понравилось обучать людей, мне понравилось дарить им положительные эмоции, то есть, вкладывать в них полностью себя. Мы всеми фибрами души хотели, чтобы клуб стартовал. И он стартовал, и вот уже нам 5 лет, и он развивается. Вот уже «Голоденс Риверсайд» 5 лет. Я становилась частью вот этого всего, этой гала-семьи. Это волшебно, это правда не передать. Меня переполняет даже. Очень положительные эмоции. По традиции в тот вечер танцевали все. И начинающие, и те, кто занимается уже не один год. Кто имеет большой опыт выступления на сцене и награды за участие в соревнованиях. А еще было море поздравлений. Добрых, душевных, эмоциональных. Я хочу клубу пожелать не останавливаться и всегда ухо держать востро. Конечно же, творческих успехов, вдохновения, тепла, добра. Прежде всего, это процветание. Потому что, чтобы наша творческая энергия никогда не иссякала, и клуб всегда развивался. Что это самое важное. Любви. И много танцев. Благополучие, процветание и дарить удовольствие от танца. Впереди у команды «Голоденс Риверсайд» море идей и уже готовых грандиозных планов. И если верить прогнозам, то в самое ближайшее время число людей, влюбленных в танцы, начнет расти в геометрической прогрессии.